приветствуем тебя в пенек, и сегодня я вот точно такое же видео выпускал либо вторым, либо третьим роликом. Вот прям переверните мое начало на моем канале. Прям начало, там, где будет первое видео. Ну там где-то вот. Но если перевернул, то ты узнаешь, о чем речь идет. Сейчас ты смотрел. Сегодня я расскажу вам, кто такая Портер. Ну да, я... У меня было то видео, но я просто делал интро. Нахер Портер. Ну, я сегодня расскажу вам, кто такая Портер. Давайте же начнем. Во-первых, сейчас уже просто в разгаре все, это все в разгаре просто. Там нахер Портер, сучка. Ну вот, типа все это в разгаре уже я. Я видел, как всякие школьники снимали. Так, школьники, если вы это смотрите, то я не о вас, я не говорю, что вы школьники, но не в том смысле, не в отрицательном, не в негативном смысле. Я же тоже школьник, вы должны понимать. Ну и скоро 10 лет наступит. Ну, хуй с ним. Ну и, впрочем, Портер, она... У нее постанова первая. Это ж могу... Три. Варианты провести то, что Портер не стоит наших подписчиков. Во-первых, постанова. Причем это видео без этого, без сценария снимаю, но это похуй. Постанова. Первое. Второе. Вот вы даже там какие-то страшные истории там, типа там, это она должна говорить, ну, то, что с ней что-то случилось, но это она просто другие. Ей пишут там, типа, какие-то истории. Ну вот. Это тоже второе, но скорее это... Так, еще первое. Третье. Еще второе. Реклама казино! Ну, это круто, ну, ребят, ну это в ее репертуаре. Вот, ребят, я вот вас уверяю, Ивангаль лучше. Нет, я, конечно, против Ивангаля, против этого пидораса, который видос вообще не снимает. Но... Он хоть не рекламирует казино. Реально. Да что там Ивангай, там Марьяна Ро на уровне с Портер, она тоже шлюха маленькая. Сучка вонючая. Ну вот разница с Портер и Марьяна Ро... Да никакой просто. Просто никакой. Да, ребят, кто любит Аню Портер и Марьяну Ро, кто подписан на меня, отпишитесь, пожалуйста. Я реально, я не хочу иметь таких... подписчиков, которые ведутся на всякую хуйню. Но если ты адекватный человек, который хоть и играет в блокаду... Да, мне много кто играет. Ну, можно, конечно. Я, конечно, блокаду оскорбляю, но... Я тоже хотел поиграть. Марьяна Росс, а не Портер, это просто жопа. Жопа негра, причем. У них просто нет ничего общего. Точнее, у них есть все общее. Мне такое ощущение, что они ж плагиатят друг друга. Ну да, они плагиатят друг друга. Ну ладно, вернемся. Третье. Я не придумал. Ладно. Я могу прямо на ходу придумать. Вот я даже сейчас... Скажу, третья, она врет. Например, как я понял, на первом видео она сказала, что канал она открыла 2016 года. А, ребята, это пиздец. Я сейчас вам скажу. Ну, видите, да, она начала снимать 2017 года. И... Начала... Точнее, канал у нее открылся... 2015, если не ошибаюсь. Да, 2015. Ну, ребят, ну это Моргенштерн, или ты.
Не-не-не-не-не, я ничего кроме Моргенштерна не имею. Я вообще его поклонник, как фанат. Тот, кто хейтит Моргенштерна, тот пидорас ебаный. Вот. Ну, короче, запомните. Аня Портер, пишите, ребят, просто под всеми комментариями, ну, под всеми видео, возможно, не надо, но а то вас хейтить будут потом. Ну, у меня такое уже случалось. Пишите под ее видео последним. Хэштег нахер Портер. Если кто уже знает этот хэштег, то поймет. Тому я сейчас объясню. Есть такая банда, Supreme Банда. Есть такой канал Сергионис. Вот. Он, вот, главарь этой банды, но я на него подписан. И вот он давно-давно, так давно, где-то в 2018 году еще. Зимой как только начался, 2018 год где-то. Я уж не помню, честно. Он возглавил прям целую анархию. Ну, короче, он сказал, чтобы под ее последним видео, под всем ее видео поставили нахер Портер. Ну, это чистый школьник. Ну, ребят, ну, реально ставьте просто хэштег нахер Портер. Вот, может, вас будут хейтить. Ребят, может, там будет так: дебил, нахер Портер, какой нахер Портер, Портер, самый лучший. Нет, ребят, это обманчивая сучка. Это постанова просто ходячая. Это ходячая постанова, которая аудитории нет. Она. Ну вот даже, я сравню даже, Марьяна Ро хоть как-то относится к аудитории. Хоть и хуёво, но относится. Портер вообще не относится. Я просто никогда не видел таких людей, которые вообще ничего не делают к аудитории. Ну просто. Да и Ван Гай хоть как-то к аудитории относится, ну. Да, Ван Гай лучше Марьяна Ро, сучка ебаная. Я ее в рот ебал. Ну, ребят, запомните. Поставьте хэштег нахер Портер под ее последним видео. Пусть вас будут хейтить. Говорите, что нахер Портер, просто нахер Портер. И хейтите их сами. С вами был Леонид Пенек. Подписывайтесь на канал Сергиониса, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал за Шурик. Это я так от себя, это не реклама, если что, я не рекламирую нихуя. Ну, рекламирую, если я не рекламирую, потому что я не умею. Типичный школьник. С вами был Пенёк. Всем пока!